Ирбис. КСК бездействует, жалуются павлодарцы. Работой обслуживающих организаций недовольны жители нескольких многоэтажек. Например, на Камзина 70 люди мерзнут в собственных квартирах, а в доме поездная 40 нет кипятка. При этом на химгородках появилось уличное освещение, радуются горожане. Видео прислали к нам мобильное приложение. Давайте смотреть. Спасибо Ирбису. Проблемы освещения химов решается только с ним. Камзина 70. Замерзаем уже сколько вот? Месяц, два месяца уже как отопление дали. Батареи холодные вообще вот. Еле теплые. Вот даже окна все потеют, бежит все. КСК звоним, никаких действий не принимают. Естая 40, 4-й подъезд, холодная вода вот так еле бежит, а горячей воды вообще нету. Звоним в КСК, они говорят, мы ничего не знаем. Вопрос, зачем нам такое КСК? КСК ИП Демина. Лермонтова, Короленко, вот как лежало, так все и лежит. Унесут эти два пролета. Все, и будет, и дальше начнут разбирать. Это же наши народные деньги, обидно. Никому ничего не надо, столько я обзвонила, никто трубку не взял. Сураганова, 18, 4-й подъезд. С августа месяца просим КСК в РИК застеклить нам окна, так и ничего не сделаны. Пришла зима, морозы. Могут размерзнуться у нас батареи. Положили плитку, по которой просто нереально ходить. Люди ходят вдоль машин, по дороге, но только не здесь. Какой смысл было ложить такую плитку, чтобы люди и дети, очень много детей идут утром в школу в шестую. Столько детей падает. Моя дочка здесь упала. Мы обходим. Это место. Здесь реальный каток.